Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. В результате расследований, проведенных сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, была раскрыта группа лиц, которая вербовала девушек из Молдовы для занятия проституцией в Италии. По данным ведомства, был задержан 42-летний гражданин Республики Молдова. Он вместе с молдаванкой сформировал группу, специализирующуюся на организации проституции на территории Италии. Мужчина в сговоре с женщиной, находящейся в Италии, уговорил двух молодых девушек в возрасте 22 и 23 лет из Молдовы, проживающих в центральной части страны, заниматься проституцией в Италии в обмен на 2000 евро в месяц. Ежедневно девушки должны были обслуживать около 10-15 клиентов. Было установлено, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью более года, в течение которого несколько молодых женщин из Республики Молдова отправились заниматься проституцией на территорию Италии. 14 февраля 2019 года подозреваемый должен был отправить девушек в пункт назначения на маршрутке Кишинев, Италия, где их ждал сообщник мужчины. В результате обысков было найдено несколько документов, подтверждающих денежные переводы, совершенные соучастником подозреваемого. 15 февраля был выдан ордер на арест подозреваемого сроком на 30 дней. Ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет. Полицейский продолжает оперативные следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, участвующих в преступной схеме, а также для выявления и конфискации денежных средств и других товаров, полученных преступным путем.